В начале было слово. И слово было... Пидорасина, я знаю. Пидорасина! Это первая часть бэкстейджа по съемкам. Как ты их назвал? Я забыла. Съемки тебе надо. Съемок. Battle Universe. Да, я вот про это. Про Battle Universe, короче, первая часть, зимние съемки, которые делаются в марте, мы раскроем карты. Да. А как раскроем карты? И так уже понятно, что я по таймингу так капец как проебался. Он проебался по дедлайнам, да. Потому что он долбоёб, но... Потому что у меня универ, люди, отстаньте от меня. Мы снова здесь, мы снова начинаем творить, мы хаваем. Ты знаешь, зачем я это делаю? Да, для того, чтобы эффект динамики был. Да, да. Умная девочка. Странно. Странно. Мы закончили съемки с нашим дорогим и многоуважаемым Ли. Ли. А сейчас, так как я же правильно поняла, да, мы сейчас будем заниматься озвучкой Цунады. Бабушки Цунады. Хоть сейчас здесь только мы с тобой, но в кадре появятся еще некоторые. Мне до сих пор не показали текст, который я буду озвучивать. Мне до сих пор ничего текст не сказали. Вот это раз, два, три. И все. Охуеть, три реплики, блядь. И для этого я училась 2,5 года в театральном. В 10 километрах к северу от Конохи находится храм с очень важным артефактом. Поступил заказ на дополнительную защиту от местных, поскольку есть информация, что одна преступная группировка хочет его выкрасть. У них уже есть своя охрана, но они решили подстраховаться. Тебе ясна? Фу, блядь. Да говори, 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 я ж потом просто... Твоя задача ясна? Тогда отправляйся. Ну вот. Интересно. Интересно. Так, а что еще? О чем еще говорили-то, помимо интересно? Забавно? Странно, может. А, да. Странно. Странно. Кто здесь, блядь? Но мне сказали, что здесь будет своя охрана. Так это ты? Только немножко, как это сказать, приободряющий момент. Не боись! Не боись! Я разберусь. Не бойся, я разберусь. Не боись, я разберусь. Не бойся, не страшись, я разберусь. Не ссы, прорвемся. Вы? Вы? Вы, кухоль. Это скромно было, ладно. Хача! Хада! Ваща! Тащат! Уя! Уру-ру-ру-ру-ру-ру-ру! Тише, тише, тише! Тише, тише, тише! Сейчас у нас... Знаешь, ты сейчас звучишь... Ты звучишь сейчас как педофил, который пытается ребенка заткнуть. Тише. Конфетка потом будет. Сука. Не-не-не, постой. Меня послали сюда охранять амулет. Постой. Меня послали сюда охранять амулет. Тебе помочь? Тебе помочь? Подушевлен, ну сказал. Оп-оп-оп, не попадешь.
Ай. Это что-то... Не-не-не. Ай. 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 Да не надо это так. Типа это шутки ради. Ты не должен допустить, чтобы Шиндю выкрал еще один амулет. Иначе его уже не остановить. Мне кажется, еще раз. Блин. Мне кажется, я умру, когда буду подставлять эту озвучку. Второй. Ну, со мной второй день, да? Работай над проектом по Ли. Ты, кстати, тут в отражении телевизора есть, помахай. Другой рукой. Молодец. Декорации поставили. Мне кажется, нужно еще все равно. Да, нужно еще. Потому что он же не должен, во-первых, вплотную стоять. Надо еще помочь. А если мы сделаем так, что они не полностью в кадре видны? Просто что пройдут. Типа пройдут очень близко к камере. Типа, как бы видно, что кто-то прошел, а кто непонятно. Кстати, так можно сделать. Ну, да, да, думаю, так можно сделать. И как раз не надо ебаться с тем, что нихуя не можем поставить, блядь, ровно. Здесь бы мог быть ваш пистолет, но его нет. Мы начали работу. Писты, кстати, подходящие. Будем маршировать, блядь. Короче, мы начали работу, а потом, что будет дальше, вы увидите после. Заебали, под... Три брата-акробата, блядь. Кадр. Ты не против, когда мы закончим снимать с этим долбоёбом? Ты же всё равно их собрался сливать. Да. Я одного себе спижу. Ты давайте потом нормальный... Нет, я хочу вот именно тот, который был в работе. Зачем? Тихо. Я в интервью об этом всё скажу. Там такие ситуации постоянно. Как снимаются сцены во тьме? Вот так и снимаются. Кадр в потемках был сделан. Такие вот у нас охуенные потемки. Там реально темно. Реально плохо все видно. И особенно, когда ты на фронталку снимаешь. Всем держаться вместе. Поняли меня? Мир? Джордж? Работа над Battle Universe. Который? Третий день со мной. Я сегодня без Винс. Человек меня не узнал. Он опять кайфует от песни. Да, мы начинаем работу. Пуп. Пуп. Блядь, глаз! Свет у нас, конечно, блядь, во время бэкстейжа идет в пизду каждый раз. А что поделать? То ты у нас, блядь, в засветах весь, ты-то у нас, блядь, в тени, и тебя, блядь, нихуя не видно, потому что снимаем против света, блядь. Я ночь.
Погоди, нужно его веки закрыть, чтобы масса типа вот была. Я понимаю, это не очень интересно. Так, сейчас, погоди, нужно понять, как это. Я понимаю, что вот, вот так вот и... Ну, собственно, да, собственно, так и да. Лю Канг красавчик. Ты же потом можешь обработать и сделать более... Ну, да, я могу наложить эффект, но прикол в том, что он просто будет звучать как грубый женский голос. Если, тебя если бы это был женский, я тебе сейчас запишу, как это будет звучать женски. Ну-ка, я готов.